И всем привет! Ну что, пока мы болели за гимнасток Европы, в Азии прошел свой континентальный чемпионат. И о нем я, конечно же, тоже не могу не рассказать. Сегодня в видео обсудим, как он прошел, кто как выступил и кто заработал олимпийскую квоту. Ну и перед началом видео не забывайте подписаться на канал, если этого еще не сделали. Ну а по ссылке в описании вы можете поддержать развитие моего канала донатами. Заранее большое спасибо! На чемпионате Азии за 3 дня были разыграны медали многоборья и отдельных видов, как у личниц, так и у групповичек. В индивидуальной программе выступало всего 12 спортсменок, а в групповой 3 команды. И если в групповом все было предсказуемо, так как там есть команда Узбекистана, которая на мировом уровне довольно прилично выступает, то в индивидуальной программе борьба была интересная. Ну и начнем по традиции с многоборья. Здесь первое место и, соответственно, квоту на Олимпиаду выиграла гимнастка Казахстана Алина Адильханова. По скорости выступления гимнасток это, конечно же, не чемпионат Европы, но гимнастика все равно красивая. Красивая, и за ней очень приятно наблюдать. Так, Алина очень здорово крутит повороты, и у нее очень интересные постановки. И я за нее очень рада, и рада, что мы увидим ее в Токио. Мне особенно понравилось у нее упражнение с мячом, музыка и купальник. Выглядело очень стильно. В многоборье Алина прошла без больших потерь и ошибок, так что, думаю, здесь вопросов по ее месту быть и не могло. Второй в многоборье стала узбекистанская гимнастка Тахмина Икромова. Очень интересная спортсменка, но она изначально и не могла выиграть квоту на Олимпиаду, поэтому по поводу этого переживать даже не стоило. А так, Тахмина 2004 года рождения, так что мы с ней еще особо не знакомы. Но думаю, теперь будем видеть все чаще и чаще. По выступлению грубых ошибок не было, но по сравнению с Алиной было больше грязи в упражнениях, особенно в ленте. Ну и бронзовым призером стала Екатерина Фетисова, также гимнастка Узбекистана. Ее мы уже очень хорошо знаем и болели за нее на этапах Кубка мира, так как Катя могла бороться за место на Олимпиаде. И на чемпионате Азии бронза, хотя много кто ей пророчил золото. Очень красивая, эффектная и опытная гимнастка, которая много времени тренировалась с лучшими гимнастками мира в Новогорске. Но, как говорят, не сложилось и, видимо, не судьба. Но Кате еще только 18 лет, так что будем ждать ее в борьбе на следующую Олимпиаду. Думаю, это вполне реально. Ну и ближайшая соперница, которая боролась за путевку на Олимпиаду, это гимнастка Китая Жао Ятинг. В многоборье она стала только 4-й. Хотя отрыв от пьедестала у нее составил всего лишь балл. И учитывая, что в многоборье ей не удался мяч, она вполне могла зацепиться хотя бы за медаль. Ну и учитывая, что мы не так часто видим китайских спортсменок, то наблюдать за ее выступлениями было довольно интересно. Все-таки в них есть что-то особенное. Ну а пятерку лидеров в многоборье закрыла, думаю, всем известная спортсменка из Кореи Ким Чи Вунь. Она прошла довольно ровно все виды, за исключением булав. Там были допущены ошибки. Ну и по оценкам, Ким не хватило баллов, чтобы заработать свою путевку на Олимпиаду. По финалам отдельных видов пьедестал был максимально разнообразным. Так, в обруче золото выиграла Тахмина Икромова, Узбекистан. Серебро у Алины Адильхановой, Казахстан, и бронза у Жао Ятинг, Китай. В мяче золото выиграла Екатерина Фетисова. Серебро у Алины Адильхановой и бронза у Ким Чи Вунь, Корея. В булавах Алина Адильханова стала победительницей. Серебро у Тахмины Икромовой и бронза у Жао Ятинг. А финал с лентой выиграла гимнастка Китая Жао Ятинг.
серебро у Тахмины Икромовой и бронза у гимнастки Казахстана Аделит Ликеновой. По поводу гимнасток Японии на этот турнир приезжали не главные лидеры сборной, поэтому на пьедестал девочки подняться так и не смогли. В групповых упражнениях никакой интриги, как я уже сказала, не было. Победителем в многоборье и финалах отдельных видов стала команда Узбекистана. Девочки также и завоевали путевку в Токио. Так что поздравляю и будем ждать их на Олимпиаде. И, возможно, они еще выступят на каких-либо предстоящих кубках вызова. В любом случае, с девочками из команды мы уже неоднократно знакомились. На втором месте во всех видах и многоборье команды Кореи. Очень понравилась у девочек постановка с обручами и булавами, и купальнички особенно стильненькие. И 3 бронзы с чемпионата Азии увезли гимнастки Таиланда. Смотря на выступления гимнасток, я просто радовалась, что гимнастика становится популярной во всем мире. Ну и пишите в комментариях, кто из гимнасток вам понравился больше всего и кто запомнился. Ну а на сегодня это все. Помните, что я вас всех очень сильно люблю и пока-пока!